Михайловском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое. В полицию обратилась 55-летняя женщина-продавец и сообщила, что, находясь около магазина по улице Демократическая, неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у нее денежные средства и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 46-летнего без определенного места жительства мужчину, подозреваемого в разбое. В содеянном он сознался, возбуждено уголовное дело. В Ворошиловском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении синтетического наркотика. При несении службы полицейские патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, который при виде патруля попытался скрыться. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане брюк мужчины пакетик с порошкообразным веществом. Для установления обстоятельств гражданина доставили в отдел полиции, а изъятое вещество направлено на экспертизу. По результатам проведенной экспертизы установлено, что содержимым пакета является синтетический наркотик. Подозреваемый 22-летний неработающий житель Дзержинского района сознался в содеянном и пояснил, что наркотик хранил для собственного употребления. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Светлоярском районе полицейские задержали подозреваемого в ранее совершенной краже микроволновой печи и денежных средств из квартиры по месту жительства 83-летней пенсионерки. Им оказался неработающий, ранее судимый 19-летний местный житель. В содеянном сознался. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.